На меня очень сильно повлияла история Ады Лавлейс, дочери Байрона. Байрон обладал не только гениальным даром, но и крутым нравом. И поэтому брак распался через буквально месяц после рождения дочери. Мать же хотела очень сильно оградить ее от ген своего супруга и попыталась с детства окружить цифрами и арифметикой и сделать из нее величайшую женщину-математиком. Гены Байрона толкали ее к искусству и музыке, а образование и воспитание к математике. Но однажды, будучи уже известным математиком, она получила письмо от отца. И, конечно же, все те творческие нотки, которые сидели в ее генах, проснулись. Итак, пересечение искусства и математики сделали ее величайшим инноватором и визионером. Ада Лавлейс на стыке двух стихий стала первым программистом в истории человечества и предвидела компьютерные технологии за век до появления компьютера. Для меня этот перекресток культуры и инноваций сегодня очень значим, потому что я всю жизнь пытаюсь инновационные методики внести в то культурное поле те культурные проекты, которыми я занимаюсь. И наоборот, в инновационном поле деятельности в большей степени привлечь культурные ниши и завоевать через культурные ниши новые атмосферы. Поэтому история Ады Лавлейс впрямую повлияла на мою продюсерскую деятельность и на те методики инновационные, которые я сегодня использую. 1 марта в Сколково на конференции Bittrex 24 «Идея» мы именно об этом с вами и поговорим. Жду.